They call me FLACKO and don't play no about my place. Спасибо, хороший соперник, с таким приятно играть. Вытерпели где-то, дотерпели, поймали на себя шайбы в меньшинстве, забили нужные голы, где-то в реализации мы были получше, и как итог, победа. За счет слаженной командной работы все за друг друга бились, ловили на себя шайбы, не было безразличных сегодня, и вот из-за этого мы победили. Упорный будет, игра кость в кость, они захотят отыграться за сегодняшний матч. Город, превосходный город, все нравится тут. Болельщики самые лучшие, очень... Всегда их слышим, постоянно кричат, гонят вперед. Приятно играть с такими трибунами. Приходите завтра, поддержите нас, нам нужна ваша поддержка. Игра обоюдно острая, с обширными моментами. И у той, и у другой команды были моменты. Мы, к сожалению, не реализовали свои моменты, а они воспользовались. И результат налицо. Ну, как прокомментировать? Новые правила, наверное, какие-то, я не знаю просто. Я просто не понимаю, как вратарям тогда играть в воротах, если ты толкаешься от штанги и тебе дают 2 минуты, ворота не стоят. Ну тогда просверливайте, я не знаю, глубже эти делайте, чопики. Не знаю, как прокомментировать еще. Ну, СРРК здорово реализует свои моменты, мы разбирали их, но, к сожалению, пропустили. Будем дальше разбирать, работать над этим. Ну, тренерство это, конечно, хорошо, там все, мне нравилось как бы работать тренером, но... По условиям немножко не сошлись с руководством и решил возобновить карьеру. Роман Юрьевич Кривомазов предложил условия, я согласился. Все, вот так начало заново играть. Да, я скажу так, что мне как бы навязали это чувство, что надо заканчивать, но сам себе я еще хоккеиста не смог убить. Спасибо большое.